Бетис с первых минут выпустил следующий состав. Марк Бартра в защите сыграет с Пицелли, Каналес вместе с Куанми по краям полузащиты. И с одним нападающим решил играть матч главный тренер. Впереди Борха Иглесиас. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой расстановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень многое. Команды начинают эту игру. Поехали. Что можем сказать о расстановке гостевой команды? Лично для меня ничего нового в ней нет. Они умеют играть на контратаках и сегодня постараются от этого выстроить игру. Забирает мяч голкипер. Здорово сыграно, мяч остается в игре. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Явно не получился тут подкат, что скажет судья на это? Некоторые арбитры предпочитают вести беседы, другие сразу лезут в карман за карточками. Сегодня у нас второй случай. Да, только началась эта встреча, и судья сразу обозначил допустимый уровень фолов. Пошел навес в штрафную. Выбивает мяч игрок. Бей и выводи команду вперед! Блокирует он удар. Андрес Гуардадо. Отличный отбор мяча. И мяч перехвачен. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Куанми Хименес. Мяч в игре. Был в игре. Но теперь боковой поднимает флаг, и эта атака закончена. Хороший пас, что тут получится. Сбрасывает мяч. Андрес Гуардадо. Андрес Гуардадо. Андрес Гуардадо. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. Вратарь забирает мяч. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Фекир. Куанми Хименес. Оставляет мяч. Гол! Открыт счет в этом матче. Очень хорошо видно, как они четко в пас сыграли в этой атаке. Слаженные команды и действия. И удар хорош. Сильно, низом, без шансов для вратаря.
1-0. Сейчас будет веселее. Отдает он передачу. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной.